Меня сейчас стошнит от этих вонючих автобусов. А если эта тетка так и будет на меня пялиться, я ей тресну, ей-богу. И вот-вот я приеду в универ, где меня будет окружать стадо баранов. Ну да ладно. Леди должны держать себя в руках. Закон бутерброда. Лекция. Ожидание. Я вышла из автобуса, со мной здороваются. Я величаво вхожу в универ, беру кофе и вхожу в аудиторию. Стадо мне машет. Главное показывать, что я выше их. Одни жрут на паре, другой грызет ручку и чавкает, третий ржут, а четвертый пытается подкатить. Достали. Так-то лучше. Время шло, лекция подходила к концу, всех клонило в сон, но только не меня. Препод поднимает голову и видит великолепную картину. Тот смотрит на меня и просит подойти. Он ставит мне зачет по предмету автоматом. Я смотрю в планшет и вижу, что следующая пара физкультура, а это значит, что можно идти домой. Всем спасибо, все свободны. Реальность! Я вышла из автобуса, волос ветром, пытаюсь собрать хвост. Вижу абитуриента, думает, что в универе будет счастлив. Наивный. Локоть тянет наушники, тебе телефон, тот падает, и абитур на него наступает. Извиняется он, ага. Я прогоняю лепрекона. Да блин, кажется, я забыла пропуск. Но для меня это не проблема. Оказывается, проблема. Да плевать, найду вход без охраны. Но чопы были везде. Придется проявить смекалку. Ну хоть чем-то стажеры полезны. Я иду по коридору, захожу в аудиторию, хочу сесть по центру. Доминируй, женщина. Так-то лучше. Сажусь посередине. Сочтем за нелепую случайность. Белобрысый отсел, и тут сразу подсело это нечто в розовой рубашке. Препод говорит, что вместо физры опять его предмет. Это будет долгая пара. Ладно, погнали. Сейчас 10:32. Я рисовала, грызла волосы, измеряла длину ногтей, затем длину рук. И тут случилось самое страшное. Нет, нет, нет. Только не это. 10:34? Это просто атас. Я сейчас либо сдохну, либо окончательно усну. Одно из двух... Так-то лучше. Ладно. Инфляция по вычислению Фишера. Да-да-да. Первая модель Эрланга. Это... А! Ха-ха, очень смешно. Сделаю вид, что... Эй! Она меня достала. Атакую и... Попадаю в препода. Кажется, сегодня я без автомата. Так. Что за фигня? Ясно. Конец первой пары. Начался перерыв. Подхожу к автомату за кофе. Проценты явно никуда не спешили. Ну же. Да, конечно. Я же никуда не спешу. I'm back. Лекция продолжалась. Решила отсесть подальше от этого цирка. Показатели... Какая-то скотина трескала передо мной апельсин. У меня на них аллергия. Количество нервных взглядов с каждой секундой увеличивалось. Вроде полегчало. Чёртова ручка падала душевно и тормознула прямо перед преподом. Я отправилась ее спасать. Так, веду себя естественно. Отлично сработано. Почти отлично. Ну что ж, я... Фу! Я вижу, что сейчас на мокрое место, не глядя, сядет апельсиновая девчина. Опасность через 5, 4, 3. Я в домике. Хм, здесь неплохо. Никто не тревожит. Но я, пожалуй, на пару минут... Где все? Ой, кажется, я проспала все лекции. Ну и ладно. Всем спасибо, все своп... Эй! Эй! Алло! А телефон не работает. Так... Спокойствие. Окно! Этот странный подоконник вел прямиком в следующую аудиторию. Я влетаю и протискиваюсь между стенами. Кто молодец? Я молодец. Ой! Так, думаю, стоит втопить дальше. Ага, дальше прохода не было. Блин, как неловко-то. Я протискиваюсь между стенами. Узковато. Но у меня получится. Кто молодец? Я молодец. Спасибо за просмотр. Оценивайте и берегите себя, ибо бутерброд никого не щадит. Всем пока!